Всем привет, ребята, с вами Стасан, с вами Сказочник, с вами Лон. Здоровайтесь, привет. Ребята. Здорово. Привет. В комментариях под другими видосами, в общении по Payday меня все спрашивают, что, как мое мнение по этой обнове, пишут в личке и все остальное, буду ли я стримить или как-то высказывать свое мнение об этом. Да, стрима не будет, будет такое вот видео, небольшое, не сильно длинное. По просьбам, так сказать, подписчиков выскажу я свое мнение по всей этой и сразу же поставлю, как сказать, вердикт вынесу по всей этой уйне, блять, что наделали за наши кровно заработанные и всучили нам разработчики на данный момент. Итак, еще есть один игрок, постоянный мой зритель, который будет у нас являться спонсором некого розыгрыша. Сейчас я точно не знаю, можно еще купить комплект Overkill Pack? Братва, вы не в курсе? Ну, наверное, еще можно, но 12-го уже точно нельзя будет. Да, по-моему, тоже 12-го он уйдет из продажи. В общем, мы будем разыгрывать комплект Overkill Pack. Когда он пропадет из продажи, будут результаты этого конкурса. Собственно, как мы будем его разыгрывать? Под видео будет ссылка на сайт ВКонтакте, на этот пост с этим видео. Ваша задача быть вступившим в нашу группу в ВК. Ссылка тоже будет в описании. И зарепостить на себе на страницу это видео. Все, что нужно сделать. Когда 12 числа, либо, может быть, чуть позже, когда пропадет, скорее даже всего, не 12, когда уже так неплохо пропадет с продажи, на одном из стримов в прямом эфире с помощью приложения «Случайный выбор», это Lucky You, он как так называется, я среди поделившихся этим видео разыграю комплект Overkill Pack, который... Не дешевая фигня, не какая-нибудь шляпа. Всем рекомендую поучаствовать в этом розыгрыше. Ну, как говорится, все. В принципе, условия я сказал. Когда все в итоге я точно не сказал, но они будут просто не сразу, чтобы ну, вы посмотрели это видео, чтобы вы успели все это сделать, чтобы все, кто хочет, смогли принять участие. Потому что не факт, что вы ну, поделитесь сегодня этим видео ВКонтакте. Сказ печат, пожалуйста, потише, через некоторое время, понимаете, вот, чтобы все могли поучаствовать, желающие, скажем так. Плюс на момент розыгрыша это будет редкость, потому что это купить уже будет нельзя. Вот так, все это дело я еще повторю в конце, а сейчас перейдем, собственно, непосредственно к сути этого видео. Итак, мы смотрим следующее, а именно вот это вот. Это Infamy, новый, долгожданный, на который все возлагали огромные надежды. Новое повышение, так сказать, уровня Infamy. Ну, что сделали, собственно, разработчики? Давайте посмотрим. Все, да все уже, наверное, знают на момент выхода этого видоса. Добавили маски и воткнули их сюда. Сюда, сюда, сюда. Старые остались тоже на своих местах. И добавили уровни, которые открываются по мере накопления экспы, чтобы на 10% быстрее начать копить экспу. Увеличили с 5 до 25 таким образом, вот такой вот сеточкой, такой системой. И посчитали, что в принципе все, народу все это можно выкатывать. Мы сделали свое дело. Я же так не считаю абсолютно, я считаю, что это полная лажа и говно. Отстой, глиматья и ни о чем. То есть прирост 10% к опыту, чтобы быстрее качаться до следующего прироста к опыту. Маски, которые, ну, есть неплохие, но это маски, ребят, это не контент, это не продукт, это мелочь. На мой взгляд, просто мелочь. Вот такой вот у нас новый Infamy. И это мое мнение.
Давай в каратенечке, Лон, ты свое мнение по этому скажи. Качаешься или как ты к этому всему относишься? Да и как его качаю? Сейчас зайдем, увидишь, какой я уровень. Не сильно-то я и качаюсь. Посмотрел я Infame. Разочаровал он меня, конечно, тем, что за него дают. То бишь, извиняюсь, ретроспективку себе сделаю. Да, опыт дают просто увеличивать, чтобы увеличивался опыт. Ты качаешься ради того, чтобы качаться быстрее. Ну, это дебилизм, на мой взгляд. Ну да. Еще что-то добавишь? Да не, маски там все Сказка, хорошо. давай ты. Ну, кроме слезы, печаль, боли, вот так что-нибудь по делу. Ну, знаете, можно было очень много вещей придумать, которые бы не сделали игру имбовой и которые бы очень игрокам понравились. Вместо этого Overkill решили пойти по легкому пути или решили ничего не делать. Я считаю, что они просто нам вот показали факт, что, дескать, вот как мы к вам относимся, просто нам деньги даете за ничего, и вот это вы получаете. Вы неудачники, платите, потому что вы неудачники. Да, то есть ты имеешь в виду, ты хочешь сказать, что Overkill компания должна вместо того, чтобы тупо устраивать аукционы, кто больше задонатит, делать шкалу на 10 ячеек и с каким-то там непонятным хренотопливом, блядь, для какого-то хренопоезда, и собирать на скорость людей бабло за покупку этих паков простых, либо вот этих комплит имбовых паков, за невыпущенный контент, который, возможно, появится в будущем, который якобы очень крутой. Вот один из них вы наблюдаете на своих экранах, это новые инфами. Собирать с людей бабло за это, а в это время заниматься не тупо наблюдением за этой шкалой, а разработкой этого охуенного контента, который они обещают. Ты хочешь сказать, что людям нужно работать, сидеть за компанией, в студии, рисовать, придумывать и делать контент для игры, вместо того, чтобы считать бабки. Пф, чувак, не в том мире мы живем. Это какая-то утопия. Зачем это делать, если можно нарисовать три говномаски, и запустить шкалу на сайте официальном? И все, и смотри, как люди донатят тебе бабки, ничего не делая. Мы Зачем? живем в рационалистичном мире, когда людям показывают средний палец, они показывают средний палец в ответ. И сейчас Куверкил, даже самые ее преданные фанаты, если такие были, даже. Ну, да, это, например, я. Ну, например, ты. Например, я. Человек, который изначально посвятил канал YouTube им, этой игре. Человек, который в нее наиграл там овер косарь часов. Человек, который покупает все DLC и всячески поддерживал разработчиков этим делом на релизе, а не со скидками, пакетами. Я от этой игры отвернулся. И вот еще что хотел сказать. Хорошо, что ты затронул тему. То, что вот вы пишете, да, там, Стас, а что ты там, не стримов, ничего. Ребят, не будет больше у нас, ну, или очень маловероятно. Настолько маловероятно, насколько Overkill сделал что-то хорошее, настолько вероятно, что и будет какой-то стрим по этому чему-то хорошему, что они сделают. Потому что, ребят, ну вы сами, вот мы сейчас отвечаем на ваши вопросы. То есть, они сделали просто плевок в харе, они устроили донатскую гонку, шкалы эти ихние, кто сколько купил пакетов и сколько денег им влили в казну. Они в это время не сделали ничего. Ничего. Вы понимаете, что это модель, на которую накидываются новые текстуры и все, это маска, это день работы, блядь, художников в их студии. Что они делают, я хуй знает. Либо под конец вот этой доната гонки нам выкатят нечто охуенное, то, что изменит игру, как в свое время это было не так масштабно, не так круто разрекламировано, без всяких там. Но вот этот Дезвиж довели, это круто поменяло игру. Люди заново в нее вернулись. Сейчас, после их апдейтов за деньги пользователей, за деньги игроков, от них, блядь, наоборот, уходят. Я от них ушел, блядь. И меня тошнит, блядь, уже от этой игры. Это видео только потому,
Что? И то это не стрим, потому что мне, блядь, впадлу, блядь, рисовать какие-то картинки, мутить время, там, что-то подгадывать, собирать. Вот, сейчас сниму и отстаньте от меня с ПД в комментариях к стримам, к другим играм, в комментариях к другим видео абсолютно. Все, вот сейчас я свое мнение скажу. Вот будет что-то крутое в ПД, вот пишите, Стас, посмотри, там вышло что-то крутое, блядь. Тогда, может быть, все будет. Сейчас это просто уже даже не смешно. Шутка затянулась. Просто. Итак, что же нас дальше ожидает со всякие всевозможные. Эти инфами ввели бесплатно, да, но люди задонатили столько денег, что как бы. Ну хорошо, инфами ввели бесплатно, он говно. Хорошо, что же за деньги дали? Дали модули АК и КАР пулеметом, да. Ну окей, это выпустили там что-то в районе 12 всяких разных модулей, прикладов, все остальное, которые меняют туда-сюда, в плюс-минус. Есть парочка неплохих, интересных, типа там глушители, которые не делают дамага, а точнее не создает штрафа на дамаг. Соответственно, вот этот ПБС супрессор. Ну, соответственно, вот все, что вот это нахуй тогда нужно было делать. Тогда зачем мне вот этот глушитель здесь, который, ну, там дает мне чего-то. Ну, вот этот без штрафа на дамаг. Все, что здесь, вот эти три глушителя, все говно. Окей. Понапускали этих модулей за 100, там, 20 рублей, 120, 130. Прекрасно. Вот такие вот масочки. Это я сейчас перечисляю все, что вот за 130 рублей, который простой комплект пак. Вот это вот масочки. Четырех динозавриков. Вот первый. Прекрасно, да. Вот второй. Замечательно. Я счастлив. Трицератопс, пожалуйста. Да, мы любим их. Такая вот. 8 ачивок и что-то там еще какое-то говно. Все. В комплите. В комплите. Далее еще. Не еще, точнее, нужно было купить и простой, и комплект пак. А далее. В комплект пак. Вот такие вот маски. Просто, блядь. Модель нахуй далась, на нее натянута новая анимированная текстура. Модель Хокстона, на которой натянут новая анимированная текстура. Модель Вульфа, на которой натянут новая анимированная текстурка. И где тут? А вот Чейнс, который натянут новая анимированная текстурка. Прекрасно, я считаю. Это, ребята, стоит. Ну и какой-то секрет, опять же, который будет когда-то там, и непонятно, что там будет. Это, ребята, уже стоило 400 там с хуем, блядь, рублей. То, что мы, в принципе, разыгрываем на этот конкурс. Ну, вот что я хотел по этому поводу сказать. Я как бы высказываю свое мнение, но у меня его тупо нет. Я не могу описать боль и разочарование от этой игры, в которой я посвятил столько времени, столько сил. Это просто ужасно на самом деле. 25 новых финфами, это тупо задротство. Вот сейчас я скинулся, сейчас стал каким-то шестым. Окей, вместо пятого. 46-го. Но это ничего не мне не. Ну, я когда скинулся, я вновь увидел вот эту карту крутящуюся. Все. Все. В последнем апдейте добавили миниган и РПГ, от которых все сутки питком, и как это круто. Мое же мнение, это, блядь, оружие, окей. Сейчас мы его как раз таки посмотрим, этот миниган, этот РПГ. Ну, ребят, это просто, как сказать, это оружие, понимаете? Это, то есть, ну, сделали модельку и обтянули ее текстурками, и увеличили цифры дамага, там, скорострельность, еще чего-то. Как она ведет себя в игре, мы сейчас посмотрим. Не столько важно, не стоит этих денег, ребят. Да и нормальную игру можно купить за эти деньги, а несмотря на то, что мы как бы донатим там всем миром в эту шляпу, они вот сделали, да, долгожданный миниган, долгожданный РПГ. Но
Для кого-то да, для меня же нет. Для меня долгожданный, семидневный, здоровенный, красивенный контракт. Интересно и красиво и качественно сделаны. А не РПГ и не миниган. Мне вообще насрать. Все равно 90% этой игры буду бегать с кар-4. Мне вообще похер на это дело. Я вот сейчас постреляю и забуду, что вообще тут они выпустили. Как в свое время было на стриме с банком и этим, блядь, ГЛ-40 гранат лаунчер, да, вот этот гранатомет. Ну, побегал я на стриме, ну вот, да, прикольно. Все, я больше, вы же ни в одном видео у меня больше потом не увидели, ни в одном стриме. Это, ну, окей, и не брал я его никуда, ну, пусть будет. Вот так, ребят, вы что по этому поводу скажете, братва? Сказ, давай ты первый. Даже не юзал. Комментарии излишние. Даже если сказочник задрот из задротов не юзал, ну о чем хочу говорить? Я тогда промолчу. Если даже сказ не юзал, то у меня даже тогда слов не должно быть. Вот так вот мое мнение выглядит по всему этому делу и мнение моих друзей. Да и мнение, наверное, 90% сообщества ПДСК. А давайте возьмем контракты, собственно, так покажем эти прекрасные наработки компании Overkill, которые они нам торжественно презентовали за какие-то сущие копелюхи, которые мир вливает в их студию. Возьмем, не знаю, давайте что-нибудь такое. Watch Dogs, что ли, как на гифке, блядь, на примере. Возьмем, не хочется напрягаться, да и уровни у нас всех лоу-лоу. Возьмем поэтому, наверное, на оверкиле, и то попадаем, наверное. К нам еще подтянется, собственно, спонсор сейчас розыгрыша нашего Overkill Complete Pack. Predator. Вот, поиграем вчетвером. Посмотрим, собственно, что у нас тут за пулемет, мулемет, блин. Ага, два светофора у нас, блядь, в лобби. Прекрасно. Ну что, ребята, если надо, что там кому перекачать, перекачивать. Или будем начинать? А, у меня нулевой уровень. А, ну да. Если что, я могу с собой взять, это команда 5-5-4 и мой любимый Грубер Курц. Все. Прекрасно. Ну что, погнали. По интонации моего голоса, наверное, многие, кто будут смотреть это видео, поймут, насколько доставляет мне удовольствие сейчас это делать. Вернулся только ради комментариев и просьб моих постоянных зрителей, подписчиков. Высказать свое мнение. Высказываю, ребята, в голосе моем все мое мнение о том, что сейчас делают Overkill. Есть у кого спонсор? Купите мне эти эсты. Кстати, ну что ж, будем начинать. Какую? Ачивку мы не получим, потому что у меня другое оружие. А что там за ачивка вообще насрать? Про ачивки я сказал, добавили 8 в платном DLC и добавили вот эти 20 сколько там с хуем по инфами. Просто пиздец. Просто пиздец. Да не знаю я там какая ачивка. Говно ачивки. Короче, насрать на ачивки. Они давно уже берут количеством, а не качеством. Уж год как. Так, сейчас, короче, по схеме, да, делаем? А, блин, я прицел не поставил. Вот. Как в гифке она... Да-да-да, не забудь. 5 патронов. Один у меня в стволе. Не знаю, что там под уровнем будет зависеть. В минигане косарь. Почти. Давай. Да, меня тут же почему-то завалили, непонятно почему.
строчит весело. Так. Пока там братва таскает, мы тут по миниганим тогда. У нас кто-нибудь вообще что-нибудь таскает тут? Отдача соответственная, блядь, шатает по всему экрану. Соответственно, миниганы. Мы попали на ночную карту, кстати. Кто не заметил. И это просто шикарно. Это же блядская ночная карта. Пиздец, она поливает, блядь. Мне кажется, я из команды 554 стреляю лучше, чем вы из пулемета. Да, тебе не кажется, потому что я ни хрена никуда не попадаю. Сейчас покажу. И тушами. Давайте ставим патроны. Ну и нахера этот пылесос, я вообще не понимаю, это просто. Ой, не знаю, насколько это весело, насколько это круто для других, но мне вообще как бы, ну, нового в игре ничего не появилось. Несмотря на... Оу! Как я в угол-то стрельнул. Красно. Да ладно. Я стрельнул в фургон, блин. Давайте потом посмотрим, кто убьет больше всего народа. Потом посмотрим. Ну, в смысле, когда закончим этот уровень. О, дозер, дозер, сейчас я под дозер разряжусь. Щиты эта шляпа не пробивает. Ну, прекрасно. Только, наверное, бумагу, блядь. Нет, с таким оружием нужно ждать какую-то толпу и выходить просто аки демон. Да блин, на мне. Был. Где весь народ? Где мясо? Я тоже хочу из РПГ шмануть. Не стоит, конечно, кос. Зря, наверное, это замутил. Все весело стало. Да, что-то знаешь, как-то не особо. Веселее, чем мы были. Ну, добавляет какого-то. Нормально. Добавляет, конечно, какого-то фана, ну, такого чисто как раз побегать. В нормальных контрактах ты, конечно, ты юзать не будешь. Ну, я, по крайней мере, точно. Куда-то лежит глазами, на это светит. Тейзер, дед! Сейчас, иди ко мне, тейзер. Я просто не вижу тупо из-за этих вспышек, куда я даже стреляю, бля. Меня кто-нибудь поднимет? Ну так, да, там что, у тебя нет никого, что ли? Так, блин, никого. Бросили две этого. Странно. Сейчас клокера из РПГ хуйну. Ого, щепки. Он
убежать далеко. Блеска, я, блядь, разлегся на. Chill down. Строчит просто, блядь, как нахуй. Только не видно, куда стреляешь, вот единственная проблема. Так, сейчас походу клокер подъедет. Ну не знаю. Стреляешь просто, как я, как это, так, блядь, бешеный нахуй. Нихуя не видишь, блядь. Ну смысл тогда не в этом контракте, потому что, блядь, тут куда? Надо вот в каком-нибудь коридоре, короче, нагребсти, короче, кучу NPC-х и потом тупо, короче, все это дело излить, блядь. Да, да, надо сумки таскать, что-то я совсем забыл. Еще потрошки сожрать. Перезарядка просто. Ёбаный час, блин. Косит он, конечно, нормально, базара ноль. Это, блядь, все. Красивости, блядь. Да ёб твою мать, как. Вангую, что больше всех на этой контракте убью я. Поднимите меня, пожалуйста. Он недолет. Теперь двоих поднимите, меня желательно первого. Отлично. Ну, в принципе, ладно. Я думаю, мы тут. Такие два пылесоса, блядь, бегут. От третьего лица тоже покажем. Прекрасно, я считаю. Лучшая точность, сказочник. Убийств 131, сказочник. Наибольшее количество убийств 500, сказочник. Я думаю, что статистика говорит сама за себя. Да, да, да. Че, на втором дне у нас что там, я уже забыл, блять, Watch Dogs. А, этот доки, блядь. Ладно, оставлю его, например, так на всякий случай. Возьмем православный калаш. Our boat's coming in to get Hector's backs. We need to get him secured first. This is Ilya. All right, good. Now you need to signal the boat pickup. Floodlights in the warehouse. Look for a switch. И...
Ну, ребят, вы все видите, собственно. Воу-воу-воу. Куда тут у меня дозер-то выпал, блядь. Сука, пиздец, отдача, нахуй. Я не знаю, сколько из этих патронов дозера влетело. Но это, блядь, просто... Да, его лучше гранатомета, походу. Да, блядь. Дайте хоть, блядь, ёбаный гранатомет-то перезарядить. Жалко вроде на этих тратить гранатомет. Ну да ладно. Так, чё у вас там, блядь? Блядь, перезарядка-то пиздец. Чё так замедляем, да? Да ёб твою мать! Я с него не попадаю, блядь. Илон, ты попадаешь хоть куда-нибудь с этого, блядь? Я с калашом сейчас бегаю. Не, я попадаю, когда нажимаю просто кнопку. Мне здесь нет смысла вообще сидеть, блядь. Это надо в закрыто какое-нибудь, блядь, пространство. И там, короче, встречать всех. Тактика, стратегия. У нас сумка убегает. Да. И это, блядь, за такие-то нахуй. Четыре. Вливания, блядь. Сколько им бабок интересно за эту гонку влили, блядь, в эту компанию, что они просто, просто охуели, блядь. Блять, я гранатомет как это щитобойку использую, блять, это пиздец. Пиздец. Просто нахуй не попадает. Да, блядь. Еще и въебали нахуй. Ой, нахуй, как меня все бесит. Блядь.
Ну вот же, блять, ну сука. Резиновыми пулями что стреляют? Чего молчите-то? Скажите хоть что-нибудь. Хочу говорить. Ну не знаю, чтобы мне так скучно было в Payday мне играть. Думаю, наши голоса тебе не сильно помогут. Ну, тут поинтереснее будет. Айлон, тебя вообще очень плохо слышно. В этом смысле. Да, точно. Да я столько шутил. Ну так... С микрофоном за ним. Чё, мы уходим, что ли? Да. Да. Вот, ребята, в принципе, сейчас договорит это говно, Бэйн. Так обычно мне мешает, что на стримах, что меня всегда нахуй говорить. А, сейчас, кстати, еще же идет у нас удвоенный опыт, да, вроде? Вроде бы, да. Да. И это прям прекрасно. Вот. Опыт удвоенный сейчас идет, ребята. Это такой нам жест доброй воли от компании Overkill. Типа, смотрите, мы вам 20 уровней инфами накинули, но сделаем. Сейчас удвоенный опыт, играйте. Единственное, конечно, что играть не хочется, а вот так-то вообще, в принципе, нормально. Вот такой вот получился у нас обзорчик на эти новые последние изменения в Payday. Несколько разом я упомянул, вот, чтобы как бы, ну, не делать несколько разных видео. Ну, посмотрим, что будет дальше. А пока полнейший отстой, туфта. И прошу больше вас, пожалуйста, пусть только зальют видео, его посмотрите не в комментариях, не под другими стримами, по других играх. Не упоминать больше и не спрашивать меня, что, как, куда, и вот смотрите, что-то в Payday, какие-то новые ачивки. Насрать, ребята, мой ответ на все ваши комментарии и вопросы. Все, в принципе, так, куратор Steam, новые стримы, пьяные, угарные, Вольф, Уйольф, Dying Light скоро, все дела. Все, ребята, всем спасибо, подписываемся на канал, вступаем в группы. Всем пока. Прощайтесь. Пока. Пока-пока.